В мексиканском городе Тихуана возле своего дома застрелена журналистка Лурдес Мальдонадо, находившаяся под защитой федерального правительства. Это уже третье по счету убийство сотрудников СМИ в Мексике с начала января и второе в штате Нижняя Калифорния. Лурдес Мальдонадо сотрудничала с рядом информационных площадок, а в последнее время работала над новостной программой, освещающей местные события. В 2019 году на пресс-конференции президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора она заявила, что опасается за свою жизнь. Речь тогда шла о многолетней судебной тяжбе с бывшим губернатором штата Нижняя Калифорния Хайме Бонилли Вальдесе. На прошлой неделе журналистка сообщила, что выиграла этот трудовой иск. Она также подавала в суд на бывшего генпрокурора штата. 17 января в Тихуане возле своего дома был застрелен фотокорреспондент «Криминальной хроники» Маргарита Мартинес. 10 января в Веракрузе был убит журналист Хосе Луис Гамбоа Арнас, возглавлявший интернет-портал, освещающий вопросы политики и безопасности. Мексика – самая опасная для прессы страна в мире. В прошлом году здесь были убиты 7 журналистов.